Злоупотребили полномочиями. Следователи возбудили уголовное дело в отношении неназванных чиновников из городской администрации. Они подозреваются в том, что в 2018 году в интересах строительной компании выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по адресу Советская, 58Б в Нововятске. При этом должностные лица знали, что строительство здания не закончено. Объект обнаружили зимой другие специалисты мэрии. По документам на Советской должен был появиться мотель с торгово-офисными помещениями и подземной стоянкой. Сейчас в администрации идут обыски. Все документы, которые имеют отношение к делу, изымаются. Вы знаете, мы по Парку Победы очень долго ждали этих персонажей, поэтому я думаю, что здесь срок будет побыстрее, как бы, кто эти неустановленные лица, да, поэтому они вполне понятны. Это, наверное, те, кто в первую очередь, чьи подписи стоят на разрешение на вводе в эксплуатацию вот этих несуществующих, как бы, объектов, да, то есть это и Морозов, и Рубцова, и, наверное, вот кто-то из них,